не снимай, не выкладывай. Здорово. Я что-то решил достать микрофон, короче. Нацепила его себе, вот, видишь? На это, на футболку. И решил еще раз попробовать спустя, наверное, уже год, как я его купил. И попробую. Сейчас я пишу без микрофона, сейчас я его включу, и мы послушаем, что изменится. Никаких эквалайзеров и с громкостью никакие манипуляции производить не буду. Посмотрим, какая разница между просто записью на телефон и между микрофоном. Я топлю просто за телефон, потому что, ну, это хлопотно каждый раз подсоединять микрофон к камере, когда у тебя возникла какая-нибудь идея чего-нибудь наболтать. Тебе нужно его, во-первых, таскать с собой и постоянно прицеплять. А если ты снимаешь еще кого-то, то тебе надо постоянно цеплять этот микрофон ему еще. То есть это, ну, такое себе. Я купил, но купил я, потому что не понимал, как мне с ним вообще работать. А теперь я понимаю, что это просто невозможно. Допустим, захожу я в нешколу, и все, что говорю я, оно на уровень выше того, что говорят все остальные. Да, я такой хожу с микрофоном, сел, например, там, провел урок, вышел, сижу, и тут мне взбрело в голову что-то молниеносно записать. Я полез в сумку доставать микрофон. Ну, ты понимаешь, да, какой это бред? Итак, давай посмотрим, какая разница. Итак, микрофон включен. Как ты слышишь, идет какой-то охренительный фон. Такой, то есть... Тебе не показалось, это реально так. Это одна из причин, по которой я не стала его использовать. Я его купил, воткнул один раз в телефон, услышал этот фон, свернул его в пакетик и закинул в шкаф. И больше не доставал. И сейчас что-то он на глаза попался, я решил его достать. Поэтому вот, еще я понял одно, что близко, размещать его слишком близко, источнику звука, так сказать, то он будет жутко пиковать. Поэтому я его сейчас прицепил вот сюда. Как ты понимаешь, достаточно далеко от источника звука. Итак, это последний раз, когда ты видел, что я использую микрофон. Все, я его отсоединяю. Все, я его отсоединил. Вот такой вот микрофончик. Мне все говорили, все писали. Особенно некоторые блогеры. Купи петличку. Но я не пишу с режиссированных этих бложиков, понимаешь? Я не пишу сценарии себе. Я просто включаю и наболтую. Я об этом уже сказал. Так что, если кто-то из вас хочет приобрести вот это, пишите в личку. Я вот это дерьмо использовать не буду никогда. У него снимается вот эта шапка. Он отсоединяется с этой, с петлички. Ты можешь его просто... сунуть куда-нибудь в карман. У него тут, как ты видишь, вот такая штука есть. Не знаю зачем. И вот такая. Вот и все, собственно. У меня пока все. Увидимся. 7 апреля, девчонки, мальчишки. Присутствую на репетиции вот нашей банды, которая... учит песни, которые надо будет играть на концерте. Поэтому все готовятся, видишь, как официально. Учатся, что-то там буксуют. Посмотрим, что будет происходить. Давайте в понедельник по этому поводу пообщаемся. Возьми только те, которые тебе в кайф, и те, которые тебе в кайф. Я могу и какие дадите, 10 песен. Мимо искусство. И все. Я согласен, искусство. Что ты, блин, Толян на себя тоже взял. В тот раз перешел. Чем это все? Я просто... Пока ничего не происходит. Может, я разговор. Искусство, это что? Луна. Хорошая группа, нормально. Хорошая, нормально. Играть будем, нет сегодня. Рожденная убивать, вот это вот, что это было? Я не отдупись. Ой.
гитара? А, ну давай. One, two, three. Апреля начинаю потихоньку снимать, хотя еще 5 бложиков от ложки. Конечно, когда ты смотришь этот бложик, это уже не актуальная информация. Мы поприсутствовали на репетиции, отвели один урок, теперь следующий урок у нас в 8 часов. Сейчас ровно час, погнали домой, пожрем, потупим и приедем к 8. Ну что, мы помчались на работку. Пылесосик тут есть, чистит, чистоту наводит. Я прямо сейчас опубликовала бложик с чайной, распихала его везде, в группу, себе на стену. Группа у меня такая прямо сейчас активная стала, все прям там все лайкают, комментируют, класс. Все, отпахали. Закруглять этот ложек. Сейчас вижу в интернете столько всяких этих постов, комментариев, что если вы поддерживаете эту спецоперацию, то отписывайтесь от меня сразу. То есть сразу делят людей, да, получается, на тех и на этих. По-другому как-то нельзя. А если в твоей семье, допустим, брат или сестра занимает другую сторону, например, то как тогда это будет дело происходить? Мне просто интересно. Летим с работы, провели один урок. Буду закруглять этот ложек. Всем спасибо, кто посмотрел. Спасибо всем за лайки, за комментарии, за подписки. Апреля, девчонки, мальчишки. Фокус, ядрёный корень. Собака опять грязная, как черт. Ну смотри, где она спит. Как тебе вот это ее место? Залезла на мой стол. Тёпленькая такая. Она вчера на этот стол запрыгивала. С пола примерно минут 10 не могла залезть. Я говорю, это сначала на диван, потом на стол. Не-е-е. Смотри, такая красопетка моя. Моя булочка, да? Как тебя называют в школе? Булочка. Сегодня у нас почти выходной. Один урок в 7 вечера. Ой, красота какая. Солнышко. Как там наш куб? Наверное. 8 апреля, мальчишки и девчонки. Мы с чесёночкой катимся. Едем с Чесундрой к Витальке, пультик взять,
в воскресенье у нас намечается запись репетиции. Что-то мы решили просто так, чтобы было на память, так сказать, отснять целиком всю репетицию и записать ее прямо на пульт. Посмотрим, что из этого получится. На работу у меня к 7, время без 24. Получается, что Виталя не может ждать до 7, чтобы я к нему заехала на работу, поэтому мы выехали чуть пораньше. Я полдня проспал, короче, просто провалялся, до сих пор не могу проснуться. Сплю еще. Сейчас, может, пока доеду, проснусь. Проезжаем мимо своей работы. Сейчас обратно поедем. Пришвартуемся. Вчера в час ночи проснулся от какого-то странного шума. Короче, выглянул в окно, а там два чувака какими-то электровениками, короче, метут тротуар. На, ну, веники такие на моторах, то есть, в ветродуйке. Это я охерел с них. Столько шума ночью, это просто капец. Нашли же время, да? Я не знаю, может только меня одного они разбудили. Может, я просто ворчу, как старый дед. Может, мне на моечку забуриться, а? Комплекс забабахать. И ковры такие просто уже все в пылище. Хочу приехать в сад уже как-нибудь и это. Задрать полы, посмотреть. Мне кажется, там вода есть под коврами. Посмотреть на это дело. Немножко воняет сырость. Такой прелость. Я прошлой весной разобрал полы просто, и машина весь день стояла с поднятыми полами. Просыхала. Заодно, может, чем-нибудь залить эти полы. Я же варил там, помнишь, да? Может, не доварил где-то. Виталькина лайба стоит. Сейчас заберем у него из машины пультик. Так. Все, пультец забрали. Едем на работу. Что-то у меня стукает спереди. Как будто, может, шаровый какой-то. Не знаю. Поехали. Тут бараки у нас еще стоят такие, видишь? Тимасик меня спалил. Кормежка прибыла. Сейчас накормят. Часто ты меня так не встречаешь, как с работы приход. Так же нечестно. Вау. О, ничего. Помогите, спасите. Только еды. Спасите, помогите. Ничего. Принесла, принесла. Принесла, да. Опа, сейчас сама достали. Так. Видишь, вообще в ожидании. Привет, девчонки, мальчишки. Как тебе музло?
если скажут вдруг, хочешь сам любовь, выбирай свою. Очень сложная барабанная партия, вот что я тебе скажу. Одно начало трека чего стоит. Знаю, взял бы вновь ту же самую. Порой любовь, обидный смех. Кайфанула собака. Но тем, кто предал больше. 8-9 апреля. Я не помню. Я в прошлый раз смотрел эту, как ее, страховку Майджи был, ты не помнишь? Мне звонили со страховой и сказали, что у вас заканчивается страховка. А я такой думаю, в смысле? У меня же в мае она заканчивается. 5 месяц, апрель, это же 4 месяц, правильно? 7 мая, правильно же? Правильно. Странно. Может, просто они заранее звонят. Штуку надо куда-то уже заныкать. Наверное. Кстати, я поменял. Видишь, беленькие здесь теперь. А черненькие здесь. Они как-то здесь более. Еще вот эту штуку переставить. Ну, то есть она будет серая. Все будет в одном стиле как бы. Я помыл башку Челси, поэтому она теперь такая светленькая. А здесь у нее все, видишь, потому что аллергия на еду, а жрет она все, что не попадя, все, что найдет. Попрошайничеством занимается вне школы, дома тоже попрошайничает, но мало что получает. Получает иногда приготовки чего-нибудь, там обрезки какие-нибудь, там огурцы, капустку, короче, она жрет абсолютно все. Поехали. Ну все, помчались. Сегодня 5 уроков, последний 7. А завтра у нас будет запись репетиции. Пульт я взял. Ученые-исследователи описали 160 тысяч лет до нашего времени. Орёт и не едет. Ну, еще холодненький. Помчались. Бубочки. Что тут развалилось? Ты что, подоконная собака? А? Ты подоконная собака? Собака на подоконнике. Челси, ты сейчас свалишь. Она из твоей кружки хотела. Ты что такая мокрая вся? Короче, Аня привезла нам по кофейку. Смотри, какая дудка прикольная. Какая-то у тебя столько банок. Вот. Сюндра. Сюндра, что-то слюни текут. Занесу тебя в положку. У тебя как прикольно панелька светится. Ой, я все мечтаю себе щиток новый купить, чтобы он вот так же горел прямо. А у тебя еще не горит? У меня еле видно, короче. Зато он не обламывает, когда едешь вот в темноте. Блять, да? У меня же регулируется, ёба вашу мать, это вас, подожди. Ёба, рот, как хочешь. Шикардос. Ну, даже, блядь. А у меня не регулируется, блин. Ну, блять. В Ниссане-то. Ну так ебать. Первая армия мира. Жигулях, по-моему, во всех регулируется. Даже у бати в семерке есть. Да, а тут резистор, он там стоит, да, и крутит. Тема.
Соебался? Ну... Сейчас уже повалим скоро. Спать не будем. Взял пресс, да? Ну-ка ебани, понимаете, слушаю. Блядь, нихуя. Мрачняга, блядь. Ну да, немножко поменьше мрачности. Ну это такой тоже, ну. Неплохо звучит. Ну так кто это? Я его на концертах пару раз не видел. У него птичка была такая. Прикольная. Тогда она была не помытая. А ты его поставь там. Подожди, ты его покупал или тебе его подарили? Этот покупал, а этот подарил. Это ты меня нашел, помнишь? Челялись, когда не видел. Ты мне скинул объявление, и я помчался в Челялись. Я стих, блядь, я даже не знал. Тебя люблю. Я уже ненавижу, нет.